Итак, мы возвращаемся в эту игру. По какой-то причине здесь у нас какая-то байда непонятная. Он быстро бегает. Да, он вроде бегает быстро, не отличается. Запасы из желтого ящика с патронами. Так, ну давайте, и что? В общем, какая-то байда непонятная. Начал я смотреть, рассказывать про... Ага. Но мы ничего не сделаем, да? О, господи, как неинтересно-то. Надо Е сделать. Ясно. Нажимаем на Е, патронов нет. Так, и вот... перезарядки. Оперативник не выбрасывает магазин, а меняет его на более полный. Да, это я уже знаю. Так, и что нужно сделать? Удерживать левую клавишу. Странно. Найдите огневой рубеж и ждите моей команды. А где у нас огневой рубеж? Вот здесь, да? Хорошо. Напомните, союзники помечаются синим, противники красным. Хорошо. Вы видите противника, его местоположение известно всей команде. Огонь! Бог ты мой, какая фигня. Чтобы стрелять точнее, используйте прицел. Прицельтесь и поразите новую мишень. Окей. Блин, ребят, ну какая-то ерунда, честное слово. Тут я пока ничего не вижу. Ага. А мы можем прибавить? Вот почему она не приближается? Он только меняет оружие и все. Важно знать все возможности своего оперативника. Это бредятина, если честно. Отлично, как по мне. Допустим, в той же самой контре, как вы помните, да, колесиком спокойно можно было приблизить и удалить, насколько я помню. В данном случае он непонятно что делает. То есть здесь, на мой взгляд, как-то нехорошо. Принты применения способности расходуют выносливость оперативника. Очень дешево выглядит игра. Позволяет снайперу-рекруту на время увеличить урон при попадании в голову. Что он сказал еще? Это активируйте какую-то способность. А, нажать на Q. На Q. Нажал я на Q, что. О, господи, боже мой. Внимание! Отряд противника приближается к лагерю. Помогите союзникам отразить атаку. А нам бы патронов. А как поменять? На R, как обычно? А где у нас противники? Где-то здесь, ясно. Давайте попробуем. У каждого оперативника есть условный запас здоровья и брони. Броня снижает урон от пуль и взрывов. Допустим. Ладно. Вражеские цели. Да я не понимаю, что за бред. Боже мой, как тут настройки какие-то должны быть еще. Настройки мышки, ребят. По-любому. А я могу там как-то взять? Враг рядом. Займите позицию за укрытием. Тут надо еще понять, какое укрытие. Черт его, вот это что? Ага. Вот у нас снаряды. Нажимаем на Е. Не знаю, мне кажется, было бы интересно что-то в районе Скайрима, чтобы было, но мне кажется, слишком... Он не прыгает, да? Вот здесь надо занять. Так, хорошо. Так, ну странно. Разрушается пулями деревяшка. Значит, разрушается тяжелым вооружением, насколько я понимаю, стена. Вот именно с такими штуками. И осторожно, взрывоопасно. Ну, это понятно. Поехали дальше. Так. Пулеметчик. Это
опасный противник. Боевая, да. Ваш оперативник выведен из строя, но бой не закончен. Вы получите помощь от союзника и продолжите игру. Бред. А поправить здоровье вот нельзя никак, да, вообще? Союзник проводит реанимацию. Отлично. Прямо в условиях боевых, смотрите. Так. А где этот гад? А что у него здесь? Исламские какие-то символы. Как-то странно. Помните, вы также способны вернуть союзника в бой. Угу. Я способен? С адреналином. Их запас ограничен. Ну, допустим. Нажимаем ему на Е, и вроде как он сейчас должен прийти в себя. Да, я пришел в себя. Что-то там у него. Уничтожить с помощью спецсредств. Наведите прицел на разрушаемую преграду и отметьте ее для союзника. Так, а чем? На С нажать, да? Вижу укрытие. Ну, выглядит... Нет, ребят, я вот скачал игру, и, по-моему, я ее тут же и удалю. И оставайтесь с ней до завершения захвата. Это, по-моему, абсолютно... Захват базы. Вы справились. А теперь время для настоящей командной работы. Ну и? А, все? Так, ну что, мое мнение, конечно, игра на троечку, на один раз поиграть, и никто в эту игру играть не будет, на мой взгляд, вот серьезно. На контре не составит, ну, контра, когда она была, Counter-Strike? На мой взгляд, лет 20 назад, правильно? Так, назад все-таки получить, что у нас? Несколько игровых режимов есть. Тренировка против ботов, спецоперации против игроков. Против ботов. Не понимаю, что это вообще, если честно. Пропускаем. Ну, давайте смотреть. Я просто не знаю, что здесь у нас будет. Зачем нам против ботов? Нам не нужно против ботов. Ну, ладно, давайте против ботов. Хрен с вами. Как тут действовать? Давайте пробуем. Ребят, очень похоже на контру. Вот. Единственное, что контра была, я повторюсь, 20 лет назад. Вот. А сейчас... Ай. Так, еще. Так, ну я не пойму, почему я бегу со всеми, если я снайпер. Найдите информацию о радиопередатчике. Опа. Задрал. Так, ну, блин, тут хрен попадешь. Если я раньше всегда любил именно вот такие вот снайперские варианты. Это что у нас вообще сделать? Так, тут можно пополнить? Да, если я раньше любил подобные стрелялки, то они хоть были похожи на стрелялки, и они были, ну, в свое время... сделаны. Сейчас, на мой взгляд, в 2019 году стыдно выпускать такую игру и говорить, что она такая классная, крутая, офигенная игра. Играйте в нее. Мне кажется, вряд ли. И, ребят, напоминаю, это у нас боты. Боты. С ботами, конечно, играть очень просто и без особых проблем. Да стой ты! О, кстати, может быть... А может быть и не с ботами. Потому что кто-то мне там что-то ляпнул. Я не знаю, мне или кому.
Вообще я тоже не знаю, куда я здесь иду, хрен его знает. Если меня здесь прибьют, первый раз просто здесь, если меня здесь прибьют, то, конечно, ребят, я помру, никто меня здесь... Никто не поможет. В общем, медиков здесь нет. Так, перезаряжаем. Где эти гады-то? А, что, я ничего не могу сделать? Перепрыгнуть я вот эту фигню не могу? Оригинально. Оригинально. Да бред какой-то, если честно. А где прыжки? Да что ж такое, я не могу сдвинуться. Какие-то невидимые преграды, невидимые стены. Сволочь. Нажимайте. Бля, Штрум, ты реально бесполезный пиздец. Ох, кому сказал? Мне, наверное. Ё-моё. Да не резай ты его, уйди, дебила, кусок. Ах ты, да нормально они вообще, смотри. Боже, нет, конечно, здесь не для снайпера вообще. Абсолютно нет, не для снайпера эта игра, потому что оно здесь негде снайперить. Снайперить, спасибо. Да, абсолютно как-то бездарно, глупо как-то вернуться на настройки, покинуть бой. Ваш кто? Оперативник будет заблокирован до конца матча. Вы также потеряете весь заработный. А что делать? Смотреть на это все непонятно зачем? Нет, ребят. Ну что ж. А, это мне операцию проводит? Ну ладно. Если мне, то ладно. Тихо, тихо, родной. Он провел мне операцию. Так, что у нас здесь? Но мы идем, нет? Или мы будем в зеленом кружочке ходить? Это какая-то непонятная шняга. И если это у нас... Одну секунду. Одну секунду. Отвали. Да блин, я привык немного по-другому. Мне нужно нажать, допустим. Нажимаю, он приближается. Я нажимаю на левую клавишу, да? И эта байда приближается. А в нашем случае все не так. Ну, короче, да я не могу спрыгнуть даже. Блин, бред какой-то. Откровенно какая-то бездарность, сырая игра абсолютно, не знаю, мне не нравится абсолютно. Вы получили радиопередатчик. Походу я не могу еще и поменять ничего, да? А что ты так бежишь, еле идешь? Жуть какая. Установите передатчик рядом с антенной. И я тоже. Да ну, ребят, я не могу. Это какая-то бредня. Спасибо, что посмотрели. Я думаю, что этот бред, ну, никому не интересен. Ну, включая меня, поэтому игру удаляю. Ну и всем спасибо, друзья. Всем... Большое спасибо, всем удачи и пока. Хорошего настроения. Бай-бай.